Не стреляйте, не стреляйте, меня подставили, это карга вот эта старая, мы с ней в банк ходили, да я вам отвечаю, мы с ней просто пошли за пенсию, снять пенсию, она приходит... Так, молодцы, ребята молодцы, мы долго за ним гнались, здравствуйте, детектив, здравствуйте, ну все, попались, да, попались. Подожди секунду, а то у меня тут сигара долгая, сложная в этой серии, подожди. Какая у тебя сигара сложная? Так, а ну быстро собирай свои манатки, и поедем в отделение, понял ты? Детектив, я стою как укопанный, шериф, не трогайте. Я не виноват, меня корга старая подставила. Я отвечаю, я с них в пенсионный фонд в бан ходил. Я ничего не грабил. Меня еще посрать, садись в машину и поехали в отделение. Так я-то ж ни при чем, я тебе отвечаю, шериф, я вообще детектив, разрешите представиться, Эдуардо Перетьяно. Да хоть же Пицьяно, мне вообще посрать, пойдем в машину, в отделение будем там тебя допрашивать. Какое отделение, мать вашу, шериф? Так я ничего не делаю, я вообще стою как укопанный, даже не двигаюсь. Да пожалей! Да мне вообще посрать, да ты уже сделал. Банк ограбил. Так все, у меня в рапорте написано, что тебя нужно посадить. Да ну давай, садись и... Ладно, это я понимаю, пранк, да, такой? Ну я пошел домой, до свидания, удачи вам в службе. Я сейчас тебе дам пранк! Шериф, шериф, спрячьте свой ствол длиннющий. Я ничего не делал, ёпта, я... Так ты... Чё? Мне это как бы применить силу или что ты хочешь? Да, ладно, все. Не в машину трогай. Сел быстро, в машину. Ладно. В автозак залез. Разберемся еще с вами. Так все, парни, повезли. Зашибись, мать вашу, зашибись. Нахрен. Так. Почти приехали. Так, а ну вылази из машины, давай вылази, быстро. Подожди секунду, эту сигарету опять упадет. Из машины вылез! Вперед, шагай, вперед, лицом к стене! Да успокойся, шериф, да я... Здорово, всем здорово. Здорово, девчонки, рота подъем! Нового заключенного привел. Шериф, разрешите доложить, представиться, на секунду, слово, минутку дайте мне, сейчас скажу вам что-то. Можно? Ну... Я, мать его, детектив. Мы с вами компаньоны, коллеги по шефу, по сцефу. Шеф. Санёк, ты это слышал? Быстро, пошел дальше. Едрикал, я... Вперёд пройду! Да иду, я иду! Да что это? Куда стоять? На стул. Слышь, вам жена не говорила, что вы агрессивный слишком, а? И вам не хватает... Слышь ты, я сейчас тебе язык вытащу, через жопу просуну, понял? Как? А вот так. А, я читал это книги Камасюля, вот. Я понял. Что мне делать, шериф? Давайте я буду оправдываться. Так, а ну сиди тут и молчи. Оправдываться он будет. Будешь в камере оправдываться, когда мы тебя найдем. Сижу, молчу, рот на замке, ни слова. Больше дайте я попыхчу сигару. Да пыхти ты сколько хочешь. Мы тебе камеру найдем и будешь у меня сидеть. Че, Санек? Ага. А сколько сидеть буду? Сейчас дам, сколько сидеть будешь. Да сколько много. Сидеть буду? День, да там, 15 сидеть. Суток. 15 суток буду сидеть? Да, я нет. Тоже так умею. А сколько буду сидеть? Вы мне можете ответ дать? Санёк, ты куда? Ага. Так а ну быстро встал со стула! Да иду, подождите, да сигару сюда убрать. Готов. Да, компаньон. Да. Детективы пошли сидеть. Вперед, медленным шагом. Да сиду я там, можете командовать так столько много, шериф. Самый наглый шериф, которого я только видел в своей жизни. А я с шерифов таких, как вы, много посадил, честно вам скажу. Я смотрю, ты болтливый, да, такой? Да бывает иногда, да, такой. Много мне много говорило такое людей, да. Да, достанется тебе за это в камере. Проходи! А что достанется, я тут сам, я мыло ронять не буду. Проходил уже через такое. Да, выронять мёд ты будешь. Так, ну, короче, насколько тебя посажу, да? Насколько да, тебя на посажу? Сколько? На пожизненно. Подождите, секундочку. Вы хотели сказать 15 суток, да? На пожизненно. Сколько, мать твою, реально пожизненно? Санёк, на пожизненно его. Охренеть, ёпты. Говорит, пожизненно. Да ладно. Не из таких передряг выбирался. Сраная сигара.
Эта серия сигара мне очень даже нравится. Сейчас вам скажу. Главное, чтобы хватило на каждой серии, а то я уже больше половину скурил. Нет, такие вкусные сигары лучше не покупать. В общем, здорово всем! Я уже говорил, что я Эдуардо Перетьяно! Здрасте, здрасте! В этой серии, как видите, у меня тут жопа какая-то. Это карга старая, МС Женюля бабуля, подставила меня, ёпта, с этим ограблением. Но не такое говно у меня в жизни происходило, и из таких ситуаций тоже я выбирался, поэтому с этого тоже выберусь. Слышите, слушай, сомнениями завоняло. Чё реально, до сих пор кто-то есть такой в этом мире, кто не верит, что я самый лучший детектив на планете? Слушай сюда, слушай, я сейчас расскажу все твои самые страшные тайны. Было ли у тебя такое, то что ты случайно однажды чуть не заматерился перед мамой? Такой что-то хотел сказать, типа, мам, да это же херня, типа, херня, и такой, господи помилуй, лишь бы мамка меня не спалила, а то если спалили, то ремнем так оттараторит, то что сидеть на сараке неделю не сможет. У меня такое часто в жизни бывало в детстве. Я такой, что, мам, да ну да, ну в смысле, да ну, сраку. Я уверен, что у тебя такое тоже бывало. Я все твои секреты знаю, все твои секреты знаю. Не надо скрываться, не надо все скрывать, вот это да. Второй твой секрет, если ты не веришь до сих пор, то что я настоящий детектив. И я знаю про тебя все. Второй твой секрет. Было ли у тебя такое в жизни, то что ты сидел поздно за компом ночью, знал то, что родаки твои спят, сидел такой задротил, у тебя что-то в ВК сидел, да? И потом посередине ночи слышишь, что кто-то шагает. И у тебя в этот момент, короче, вся жизнь перед глазами проносится такой, господи, ща, короче, все, меня смертная казнь. И когда кто-то открывает дверь, ты такой, господи, не надо, боже, мам, не убивай. Я просто сидел за компом. Я, конечно, понимаю, что так звучит как бы глупо, но тогда обосраться можно за секунду и даже не почувствовать. Когда мама палит, когда ты посередине ночи сидишь за компом без разрешения, господи, помилуй, это хуже, чем привидение увидеть. У меня такое в детстве очень часто случалось. У тебя тоже, я уверен. Есть еще сомнения, то, что я не настоящий детектив. Здорово, здорово всем. В общем, надо думать, как убираться с этой чуряги проклятой. И потом найти того, кто меня подставил. Зашивись, ёпта, зашивись. Да. Шериф! Шериф! Ой, что тебе надо? Что вот такое? Откликнулся как сразу. Шериф, я тут задолбал уже сидеть. Я просидел уже 20 минут. Выпустите, пожалуйста. Вся жизнь перед глазами уже пронеслась. Выпустите, пожалуйста. Что долго, да? Предстоит сидеть долговато. Ладно, тебе все равно тут всю жизнь сидеть. Уходи, уходи. А что вы меня выпускаете, шериф? Да я не думал, что вы такие... Спасибо вам за службу. Я пошел дальше расследовать преступность. Так, а ну стоять! Ёпер, да не орите вы так. А не орите, штаны чуть не спали с меня. Ну, чё? Чё, шериф? Я на месте. Я тебя выпустил просто экскурсию по тюрьме провести. Какую ёпта экскурсию по тюрьме? Зачем? Ну, блин, тебе тут кайвешка будет тут сидеть как бы всю жизнь. Ладно, пойдем покажу, хоть с кем ты сидеть там будешь. Хорошо, показывайте. И вот смотри, короче. Ты как дела? Короче, смотри. Видишь камеру? Ну? Прям напротив тебя находится. Видишь гроб? Ну, допустим, да. Это, короче, Вася. Здорово, вот, Вася. Ты тоже полицейским раньше был, а потом посадил его, да. В смысле, он, ты полицейского посадил? Да он просто тоже был плохим человеком. Вот, с тобой то же самое, наверное, будет. Смотри, смотри. Да я не полицейский, я детектив, я уже говорил. Это две разные вещи, ёпты. Да мне вообще насрать. Слышь, усатый, ты вообще понимаешь, что детективы выше по званию стоят, чем полицейские ваши вот эти гниды? Так ты хочешь быть в камеру? Ладно, молчу, стою как укопанный шериф. Ну тогда слушай, ты, короче, вот здорово, здорово, Володя. Так, смотри. Здорово. Тут у нас сидел Димон.
Но потом выяснилось, что он не Димон. Он вам не Димон. Вот, и вот мы решили его тоже туда-сюда. Вот, да. В смысле, вы посадили Чубзилета только из-за того, что он хотел представиться под именем Димона, а оказался не Димон? Да не, у него сложная ситуация, он к смертельной казни был приговорен, вот, к электрическому стулу, вот, ну, решил раньше выпилиться, раньше, ну, неинтересная история, пойдем сюда. Шериф, какие-то не гигиеничные у вас тут камеры, не санитарные, слишком засрано, честно. Да просто уборщик у нас в декрете, вот, в декрете. Ладно. Давайте. Вот смотри, короче, это... Я даже не знаю, кто это был. Это, короче... Как? Дед Пердун! Вот что мы, короче, взяли. Дед Пердун. Что за дебильное имя такое, Дед Пердун? Я не знаю, мы когда его повязали, он такой, я Дед Пердун! Дебил, короче, какой-то. А ладно, что не посмеялись, значит, я пошел дальше расследовать. Стоять! Дойдем. Дед Пердун, да, говоришь? Ну, я не знаю, что он такое сделал, что его сюда посадили, хоть расскажи. О, этот Дед Пердун вообще необычный Дед Пердун. Завалил, прикинь, 300 чуваков кокнул. Да? Прикинь, 300 чуваков. Шериф, подожди, Дед Пердун. А чё я в своем архиве не вижу никого под именем Дед Пердун? Странный человек, на самом деле. У вас есть на него что-то нарыто? Поделитесь инфой. Ну ладно, тебе тут все равно всю жизнь сидеть, так уж и будет, хоть будешь знать, с кем сидишь. Короче, он в какой-то банде состоит, секретный, какая-то вообще банда. Он? Непонятно. Да, говорят, что у них там бабка в банде, вообще корень какая-то, непонятно. Чё за хрень? Дед Пердун и бабка какая-то, чё за дом престарелых, ёпты? Я вообще не знаю, вообще не знаю. Короче, шериф, иди сюда. Подойди сюда, пожалуйста, секунду. Да, я... Ладно, время пришло. Шериф! Шериф! Шериф, ёпте! Алло, да я тут, в этой камере! Обратите внимание, пожалуйста, обратите внимание, я тут... Шериф! Усатый, слышите? Да что тебе надо? Шериф, выпусти, пожалуйста, с камеры. Я тебя молю просто, выпусти. Так, сиди тут ровно, сядь быстро на тупзилет и заткнись вообще, не позорь ладно, меня. Ладно, шериф. Меня тут не хочешь по-хорошему, будет по-плохому, шериф. Подойдите, пожалуйста, сюда. Я вам последний раз предлагаю, деньги заплачу, чтобы вы меня выпустили. Выпустите? Я тебе сейчас мозги наружу выпущу, мне, конечно, нельзя, но я выпущу, нахрен. Будешь мне такие вопросы задавать. Ладно. Ты что, на взяточника похож, что ли? Шериф. Имя Валентина. Вам про что-то говорит?
Валентина, вот это... Ой, никаких Валентин, я вообще не знаю. Продавщица на кассе в Пятерочке, куда вы каждый день почему-то ходите покупать сигареты, хоть вы и не курите. Не знаю я ни о какой Валентине, вообще ни понятия не имею. А если вам скажу то, что я видел вас с ней 5 дней назад, как вы с ней гуляли по парку, кормили уточек и держались за ручку. А что скажет на это ваша жена, если я ей предоставлю такую информацию? Тише, давай потише, как ты говори, давай ты не будешь об этом говорить. Валентина, значит, Валентина! Ты что орёшь, ты дебил? Володя все расскажет. Вот именно. Так что, усатый, ёпты, толстый, я тебе говорил, что у меня козырь есть еще в рукавах. Тузы. Тише, говори, ты понимаешь, что посадят всех тут. Короче, усатый мой, я тебе говорил, смотри, если ты меня сейчас выпустишь, я не расскажу твоей жёнушке про то, что ты... Не надо подробности, не надо. Я видел, как ты ее за задницу лапал в парке-то. А задница-то у нее большая, на килограмм 130, наверное, весит. Тише! Да молчу, шериф, молчу. Ну что? Да, Володь, все нормально, мы просто разговариваем. Так, короче... Парень, короче, я тебя сейчас выпущу. Ну? Ты со мной, если что, на прогулку, просто экскурсия. Хорошо. Если кто-то спросит. Только сейчас тихо, выходи. Без проблем. Слушай, что ты никому не расскажешь это? Не, да... Никому, если меня выпустишь, я не скажу про Валентину твою. Че, я понял, точно не расскажу. Отвечаю. Входи. Тихо, медленно проходим. Володя, было приятно познакомиться, я пошел. Да, выйдите меня. Да, Володь, мы еще вернемся. Нет, не вернемся. Все, последний раз. Вернемся, все хорошо будет, да. Так вы же обещали меня выпустить. А, все, я понял, затупил, пардон, шевелись. Давай, вперед, топай. Саня, мы на прогулку, до свидания. Было приятно познакомиться. Все, проваливай отсюда. Уходи, глаза мы тебя не видели. И про Вальку не говори никому. Да про Валентину не скажу, но, шериф, мы с вами еще вернемся к этому разговору. Кто там вас купил, хорошо? Но не в этот день, не сейчас. Да меня не покупают, давай, вали отсюда. Валентина, любовь! Дебил! Шериф, молчу. Ни слова больше не скажу. Валя. В общем, шериф проклятый. Ой, споганил ты мне, конечно, денёк. Уже ночь на улице. Потопал я домой. Так, надо такси вызвать, как обычно. Так, какой у меня там адрес, а? На поворотике, пожалуйста, там остановите, шофер. Вот это, вот тут. Да, все, нормально, остановитесь. Все, спасибо. Деньги заберите, пожалуйста, деньги. Вот. Как меня бесит, дебил. Таксист, просто жесть какая-то. Сколько раз он меня подвозил, я раз деньги забираю. Этот придурок просто. Просто, господи помилуй, какой сложный день оказался. Жаль, что самое беда, сигара кончилась, сигара. Я даже не знаю. Свою. Вот, бывает говяная сигара, да? Допустим, с перцем чили, да, у меня была сигара. Говяная. Вот я ее окусил пару раз, посмоктал у сигары, да, чуть-чуть. И оно как... Шандарахнуло остротой, я такой, ядрить калачи, да, ядрить мой батон. Вот. А вот это такая вкусненькая, хоть и необычная форма, да, круглая, но ничего страшного, типа, скурилась нормально. За одну серию, вот. Ядрить мою пятку с обоих сторон! Это чё за хрень, мать вашу? Чё с моим домом случилось? Собака!